Всем привет, с фабрики Гайзенберга. Говнюка, который решил с нами поиграться. И который занимается какой-то дичью по производству всяких тварей. Которые потом покоя нам не дают. Да и не только нам, судя по всему. Поэтому надо надрать ему за задницу. Этим мы займемся, да? Так. Что у меня опять тихо, конечно. Теперь нормально. Так, мы пришли вроде бы отсюда, да? Капец, он тут реально, это ж сколько штук он производит. Безумно много. Так, можем наверх или еще ниже, да, можем? Поехали. Или мы были ниже, и мы поднялись наверх. Вот это загадка, конечно. Мы отсюда пришли? Или лечить за место? А, ну да, судя по всему, да. Тогда надо наоборот наверх. А, так наверх нельзя, она вон. А, нельзя, потому что мы сейчас тут. Теперь бот можно. Нет. Окей. Значит, нельзя. Такая. И что? Че с тобой? Странно. Что с ним было? Такое ощущение, как будто звук какой-то странный. Может, за то, что узкий используется? Непонятно, что такое диапазон громкости. Я вот не очень понимаю это. А. Да и ничего страшного. Я думаю, мы дойдем. Чё-то. Не переживай, Итан. Все будет отлично. Наверное. Ну. А вы кто? Ведете себя, по крайней мере, как они? Так, что-то есть некоторые проблемы с числом патронов, да? Так. Дробовика, он что-то дофига патронов, на удивление. Можно сделать те снайперки. Еще для пистолета. Ну, пойдет. Ладно. Блин, как будто бы туда хочется сходить. Можешь их не трогать. Хрен там. Слишком много патронов уходит. Бомба, в принципе, полезная вещь. Если там будет много их, кучками. Или будут эти говнюки опять здоровые. Можно будет закидать их тогда этим говном. Так, тут двое.
прям так рядом был. А, значит больше, чем. Ну, ну, и где? Где? Сколько у меня их? Так, нормально. Сига не сдох, а? Вообще, о, все не сдохли, сфига бы. Офигели, что ли? Я столько на вас патронов потратил. Вообще, вообще, вообще все патроны уже куда-то кончились, что за дело? Ты, короче, создал кучу патронов. Разве нет? Какого хрена, спрашивается. А чё, я тут ничего не обобрал? Подень кристаллики. Ну, ладно, это не тот кристалл, судя по всему. Хотя, раз он там валялся, то вполне возможно, что он откуда-то отвалился. О. Это я так удачно бахну. Куда они прилетели? А. Да блин, деньги. Зачем мне эти деньги? Мне патроны надо. Патроны, ребят. Дайте патронов. Что за дела? Как спуститься? А это эти перила. Это как лестница. А тут подозрительно тихо. Это что такое? Некрепкая стена. Где? А. Это понятно, что это не крепкая стена. Почему это место выглядит так, как будто мне не сюда надо идти, а мне надо идти куда-то в другое место, а как идти в другое... А, я не попробовал дверь открыть. Типа мусороизмельчитель мусора? Что это такое? Шахта дробилки. Это дробилка. А, ну измельчитель мусора, по сути. В смысле, не Япония, а и не понял. А, или туда можно попасть как-то будет потом, судя по всему. Или как? Что тут? Подожди, ни хрена не понял! Чё? Куда я пошел? Как они тут оказались? Что за джетпакеры, блин? А чё, фугасных мало так? Я думаю, это много.
Ёшкин кот. Еще? Слышите, мрази? Что-то меня немножко бесите. Что с вами делать, а? О, что за хрен? Это точно выглядит нездорово и нездорово, и вообще не классно. Не могут запереть же здесь. Так. Ах ты же мразь, он уже обходит. Пошел нах. Тварь. О, не установили. Че, пойдешь ко мне в гости? Че, че? Ой, неприятненько, да? Ах ты ж столб. Мразотный столб. Прикиньте. Как ему повезло просто. Жив. Смогу ли я там пройти? Как будто бы нет. Оп, попал. Приколус. Не попал. Тварь. Не сможет. Не сможет. Сможет. Куда ты? Ну так похрен, в чем бы нет. Пошел по своим делам. Конч. Мразь. Блин, телефон так неудачно звонит, конечно же. Так. Как будто бы это тоже стоило достаточно дорого. А как вот это вот оценивать? Вот это вот. Вот это вот. Так где еще, значит, лут? Типа, тут как будто бы особо ничего нет. Но все равно красный. Выйдем. Может быть, вот этот ящик? Ну это вот... Блин. Теперь надо проверить, если я сейчас спущусь вниз. Подождите, а как это установить? Надо же это установить, надо вот это взорвать надо как-то. Так, еще ниже. Нет, еще ниже. Подождите. Нет, вроде все посинело. Мне, видимо, вот эту штуку сломать. Как будто бы. Все посинело, да. Ну ладно. Так. Понял. Надо. Все, все сильно проще. Что я. В голове начал переусложнять.
Надеюсь, он сейчас не восстановится. Ну, хотя нет, не восстановится уже. Фига тут зубья. Опасная машина. Хочу вам сказать. Опять стрим что-то как-то странно себя ведет, как будто бы. Прям отодвинуло меня. Улучшение солдата. Реактивная тяга. Прицепил к солдату реактивный ранец, головные стабилизаторы, это вот эти говнюки. Маневренность серьезно повысилась, опыты выявили ограниченную способность к полету. Расстояние полета небольшое, зато теперь может преодолеть труднопроходимую местность. Улучшен солдат бронесолдат. Установил пластину из алюминиевого сплава, чтобы защитить грудной реактор и открытые участки тела. Опыты показали, что он неуязвим к обычному огнестрельному оружию. Броня ломается от сильных залпов. Надо продолжать разработку. То есть надо сначала будет броню чем-то ему сбить. Фугасом, например, которых у меня два. А потом добивать этот уже реактор. Отлично. Спасибо мне за эту карту, которая не знаю, что показывает. Я бы и так узнал местность. Это он уже? Че это? Меня сейчас тут снесет, да? Опа, опа, Итан! Стой, 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 Итан! Полдан! Полдан! Удобно, что он установил такие штуки, которые если выстрелить, они ломаются. Ну, в смысле, все сразу ломается, при нам. Да не то слово принесло. Прям вообще. Самый не балуй принесло. Чё там? Чё по таким странным углом? Калямба. Может, с этой стороны? У тебя шаг-то далек. Далек. Глубокая, может, что-то еще тут. Может, и нет. Блин. А чё здесь? Где еще что может быть? Чё-то мне кажется, что все-таки оно не тут. Прикол. Ну и это все еще не все. Да блин. У меня больше денег нету. Ну это вряд ли можно сломать. Ладно. Черт с ним. Чёрт с ним. А что за фигня? Оп. А. А чё, сиган уже сильным стало, когда я сюда пришел. Что-то странная фигня. Yeah.
в неизвестном месте, получается. Это лифт. Да как она это сделает? Она же уже не может начать. Да она не может уже ничего сделать. Ага, пошел ты. Poor papa. You're the only one who doesn't see your kid's power. Take Rose? I'd like to see you try. Шаблон ключа. Я могу забить его ножом? Могу. Шкаф. Целый шкаф. Неожиданно патронов для дробовика стало как-то слишком много. Я, конечно, не жалуюсь. Но все же. Подозрительно. There's more. Че еще? По что еще можно высоко подниматься? Ну, прости, Итан, что поделать. Что-то тут сложновато предметы будут находить. Оп. Торговец, поехали выше. А, нам надо, кстати, на второй этаж, получается. Нам же ключи надо вот это делать. Лошадковый. Так. Почему-то я могу вот сюда спрыгнуть, потом пойти сюда. Зачем-то. Да-да-да. Угу. Ого, по десятке. Неплохо. Сейчас второй запчасти мы не нашли. Блин, вообще ничего не купить. Полезно. Так, это-то к чему? А, это раздачу, отдачу уменьшать. Коллиматорный на сиг. А сиг это... А, у меня сиг не куплен. Револьвер сотка. Сиг это вот этот дробовик. Блин, он как будто конченый, да? То есть... Как будто бы все патроны под него, это то, что нам надо, да? Но 180 ниоткуда сейчас не возьму. Даже если продам этот дробовик. Сколько он стоит? Used to be alive. 73, так-то хватит. Так, 960, 1, 4, 2, 5, 6. Перезарядка подольше у этого. И боезапас десятка зато. Блин. То есть он как будто бы стреляет точечно, получается. Ладно, думаю, что продать.
Помповое боевое ружье, широкий разброс дроби позволяет уничтожать скопление врагов. При этом я так понимаю, что разброс, то он дамаг наносит слабенький. То есть 960 он наносит, но в спреде это будет меньше. Блин, может продать его все-таки? Как будто толпы врагов он ни разу не убивал в итоге с помощью дробовика. Блин, хрен знает. Ладно, пока хрен с тобой. Угу. Несомненно. А, кстати, посейвиться надо. А то, мне кажется, сейчас отъеду, когда попробую сделать то, что хочу. Так, пуньк. Ну, пока план идет по плану. Еще патроны для дробовика, да что такое? А, это он не мина лежит? Ого. А, че? Другое место? Серьезно? Ну, я думаю, это вот это оно. Оу. Ну, кварца не хватит, к сожалению. Кварца, к сожалению, не хватит. If it's just looking, window shop away. Да, он десяток все стоит. To think I would buy such things. Please come again. Так. Перепишем это тогда. Нам надо, получается, на первый этаж, вроде бы. Или, блин, на каком это плавильне было? Или на втором? Сейна, вот. Переключатель какой-то не дернул. А я сюда не могу попасть. Что-то забыл, как в литейну пройти. Будто бы вот так, не? Как будто бы нет. Тут этот гандон. Простите. А где у него это сердце, реактор?
Да блин, там еще один. Какого хрена? А этот где? Которого я пострелял уже. Стоп, я же не отсюда пришел. Так, минус. О-о-о! Какие патроны минус, блин. Не понял. Ты бронированный, что ли, который? Это надо в голову стрелять, тварь. Как он достал-то вообще? Да, блин, патроны бит, блин, тут вот на них подошла бы вот эта сайга, короче. Прекрасно подошла сайга. Я не попал. Неплохо. Проблема во втором, да? Да блин, кто охранял? Творем больше. Ладно, ничего не понял. Чё вы все-таки с ним надо было делать? Как его надо было убивать? Стоп, я вон там все-таки не залутал что-то. Тут? Может, у этого челика здесь что-то валяется? Так ни хрена. И что тут может быть не полутон? Вот в этой хреновиной маленькой комнатушке, блин. Может, вниз спуститься? Нет, это уже не считается. Так а... В смысле еще? Это полудохло, видимо, я их бил уже. А, литейный, я, кстати, литейный попал. Вот, оказывается, как в нем попасть. Мне кажется, сейчас должна вот эта зона перестать быть красной, что она вот именно вот на это еще заточена. Нет. Хрен. Значит, что-то здесь еще где-то есть.
Блин, а наверху-то чего я туда не понимаю? Что за странности? Типа, что здесь ничего тут вообще? Как здесь может быть красно? Здесь а ничего здесь нет. Ты откуда взялся? Ох ты ж тварь мразотная. Зип, это кто? О, открылся. Ладно. Да. Падла. Я тебя разлови, нахуй, тварь. Понял. Скотина. А чё ещё-то здесь тут? Что я мог здесь не залутать? Здесь ничего нету, ничего нету, ничего. Может быть, что-то еще, конечно, сюда можно будет положить. Здесь еще одного такого не придет сейчас. А я тут бездельничаю. Ничего нет. Ну ничего нет, ну здесь ничего нет. Хотя... О! Чего? Отмычку что ли? Да. По крайней мере... По крайней мере, мы сделали это. Откуда проход? Блин, не туда, куда я хотел сейчас идти, ну ладно. О! Блин, печально. Угодно из этого может ожить и мне напихать. Сейчас мы сейчас обязательно сюда вернемся, только мне нужна минутка. Мне нужна минутка. Это другое место еще. Чего там не залутано-то? Как? Что? Реально что-то еще в литейку пойдет просто. Просто здесь ничего здесь нет. Здесь ничего нет вообще. Реально. Реально же ничего нет. А тут что? Секундочку.
Так. Я реально не понимаю, где здесь предмет. Типа, такое маленькое место. И не могу ничего найти. Приколисты. Ну вы и приколисты. Так, а где еще красно было? Вот здесь? Да. А, ну здесь вот туда как-то надо попасть. Блин, все еще нет идей как. Замка случайно нет какого-нибудь? Нет. Просто вон там точно предметы есть. Вон он лежит. Ну как туда попасть? Блин, секреты похлеще Дума. Ну, первого. Вряд ли там взорвать надо что-то. Это звучит очень сомнительно. Тут кнопок никаких нету. Машину стрелять? Ну, чушь. Драгоценные патроны уходят. При этом он ничего комментарий не оставляет никакие. Серьезно? Он сейчас откроет дверь. Прикол. Вот это да. Я не попал. Снова не попал. Вот это да. Андрей в чем-то был прав. Даже. Что реально ты должен сломать. Он тоже знал, что ты должен сломать чувак, который находится внутри. Ну, я, к счастью, в конце в итоге подумал об этом, но... Что-то в тот раз вообще в этом направлении не думалось. Все равно еще есть какие-то предметы. Прикол. Все равно что-то еще не собрано. Офигеть. Не, ну мы... Нет, все еще далеки. Все еще далеки от 180 тысяч. Здесь стопудня где-то есть еще сверкающий, блин, этот камушек. Какой-нибудь... Что-то мне его падилку искать. Что крупный предмет, судя по всему, я уже поднял. Тут же ничего нет? Ничего нет.
Значит, где-то вот в какой-нибудь этой балке есть скрытый камушек. Искать его? Это с ума сойти. Мне этим явно не очень хочется заниматься. Сказал я и хожу, блин, ищу. В той комнате точно все соб... А, вот он. Прикол. Кек. Ладно. Получилось. Че, возвращаемся в операционную? Ну, нет. Давайте вернемся к торговцу. Продадимся, сохранимся еще разок, потому что что-то... Много всего сделали, не хочется это терять. Стоп. Это не выход к торговцу? Блин, как так? Почему я изначально до этого посмотрел и думал, что это выход к торговцу? Да пошли вы в жопу! Куда второй-то взялся? Зачем я сюда пошел? Вот торговец на лесу. А. Подождите. А, ну нет. Торговцу надо вот так попадать. Черт. Фигня какая-то. Если я туда пойду, я куда выйду? Я выйду. 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 Куда-то не в очень приятное место, судя по всему. Ну, блин. Тут еще тоже морозотин. Морозотен. Даже два морозотена. Одному еще не попал, куда надо попасть. Ах ты ж везунчик. You lucky bastard. Он пропал. Это был риск. О-о. Не нравится мне этот звук. А, это психоид. То он так делает. Посматривать наверх. А чего? Так. Вообще неплохо. Разваливает. Ржишка. О. Кстати, что-то не собран. Лишь порох. Там еще комната какая-то маленькая, которая не собрана. Как я тут мог не слушать? Или я? Че? А, понял. А? Это маленький тупичок.
А я отсюда никуда не могу пойти теперь, да? Судя по всему. А, нет, могу. Только хочу ли я сюда идти? Куда это меня приведет? Я опять уже задаюсь этим вопросом. А, ну я, судя по всему, сейчас обратно в литейную выйду. Черт. А смысл? А может, черт с ним? Пойдем в операционную? Блин. Ой, не нравится мне это, ой, не нравится. Не, смина, вот это говно. Мне надо кидаться будет. Кидаться надо будет. У этого гноблина. Он же там, да? Ждет меня. Просто где он меня ждет? Ага, сняли. Зря сюда пошел, конечно. Оба в литейный. А, так. Я куда иду? Куда хочу. Нет! Мразь! Отвали! Ты не дурак! А где проход-то? Где это вход? Чё за фигня? А, вот он идёт. Ну и какого черта? Это шутейка такая или чё? Фига, как ты там оказался? Ты сломался? Нет, не сломался! Блин. Тварёмба. Давай, отъезжай. Надо через другое плечо было его водить. Блин, он пляшет. Черт. Сколько можно? Давай уже. А! Как ты попал-то? Блин. Печально, конечно, печально. Три патрона делать. Фигня. Где я, фигня? Так, я туда пошел-то? На
Надеюсь, что да. О. Well then, feel free to peruse. Угу. Так, на 30-ха. 25, ну слушайте, походу хватит, походу хватит. О, там вообще он 50 будет. Так, все просто ценное, да? О, нормально, ща купим. Ща купим, ща купим сайгу. Сайга. Нет места для снаряжения, да ты чё? Как это могло произойти? Полно места. Фига минта у меня 9 аж целых. Прикол. Чё, нож красный? Нож крашеный. Чё? Ой, не-не-не, всё хорошо. А, в смысле, я не могу. Ладно, не понял, почему он красный. Подтвердить. Да? Угу. Увеличивает огневую мощь и скорострельность. Мне хватает? Хватает. О. Блин. You'll be slaughtering things in droves. Десять всего. Личное будет увеличение. Пипец. Толку от этого коллиматорного прицела теперь. Ну кто знал. Лучше бы просто вкачал в него мощь. Больше пользы было бы. Так, бежим в операционную, значит. А, тут висит. Блин, они меня очень напрягают. Своим висением, блин. Да, блин. Ты все еще не сдох, ты должен был сдохнуть. Что такое? Я ж купил мощное ружье, блин. Почему оно не оправдывает свое назначение? Да сколько? Пипец, слишком много, слишком дорого. Чё? Так, значит, тут что-то еще есть. А, типа, вот там тоже часть операционная. Тут другой должен сломать. А, нет, туда просто пройти можно. Или нет? Surgery. This is my 18th attempt.
Subject is Oscar the stable boy, 20 years old. He fell down the well while drunk. Body is in good condition. Chest incision complete. Now to remove the heart and vital organs and implant the control device. Excellent. Cadeau has begun adhering to the nervous system. It's progressing even faster than before. Фактически получается, что каждый из них по-своему этот коду использовал, чтобы создавать эти армии. Ну не армия своих, как их, миньонов. Воу-воу-воу. А, нет, туда нельзя попасть. Ну, если можно, то, видимо, там ничего нет. Восстановить теперь синенькое. Так, значит, я тут только вот эту штуку поднял. Вот эту. Куда она идет? О! Плохо. Так. Значится. Нам надо теперь в хату Гайзенберга. Зачем-то? А зачем? А какая разница? Надо и надо. Все. Так. Пипец. Какой душной план был. А чё? Хотите подъезжать туда? Меня что ли двоих только забило? Хотя нет, видимо, чуть-чуть и других, но очень мало. А сига у него в жилище эти твари сидят. Че за прикол? О! Молот Гейзенберга. Ну, типа патроны можно сделать. Порох. Блин. На фугасный нужна трава. А, ну я могу. Мин до хрена наделать. Типа им только обломки металла нужны. Остальное все очень дорогое, скажем так. А мины типа самого того, чего много делаются. Так, окей. Теперь надо обратно наверх ехать. Блин, здесь точно ничего нет.
наверное, все-таки будет еще одна форма просто. Иначе я никак не могу объяснить, почему здесь красный, здесь ну реально ничего нет. Ладно, валим. Надеюсь, из-за того, что я открыл его хату, никто здесь больше не появится. Получается, самая густонаселенная это локация. As you wish. Так. Чё-то молодок не очень дорого дается, конечно. 50 штук. Хватит прокачать это поселение даже, в принципе. Типа револьвер, так тоже неплохо было бы вкачать. Там плюс 200. Беги просто, сколько там добавляется. А, точнее, плюс 200. Плюс 200 это сверху. Так? А, ну все равно плюс 200. Ну, револьвер не так много патронов. Тут, типа... Блин, 80 всего. Ну, тут еще 250, это хрена. Это больше, чем у снайперки бывает уже. Так, мясо точно не надо будет. Никогда мясо птиц это лишнее. Еще 5 обычного мяса. Так, еще раз. Обычное мясо. И мясо птицы. Здесь все заполнено, заполнено. А, это уже съедено даже. Тут нужна дикая птица. У меня нет. Тут нужна рыба. Мясо и мясо птицы можно продавать смело. Сейчас понять где она. Вот. Please come again. Обязательно. Так, нам надо подняться теперь, получается, на первый. Рядом хотя бы свет шумовой. Так. Давайте посмотрим-ка еще. Ой, далеко. Так. Тут я, видимо, не был еще. Да блин. Че она съехала куда? Какой-то коридор, машинный зал, я что-то не залутал. Литейно понятно, здесь все собрано. Здесь место, где я не был. Тут все собрано. Тут тоже место. А, ну сюда сейчас пойдем. Тут. Ой, тут был, но здесь что-то не собрал. Не очень понимаю, где это. Ну ладно. You really are a tough one. But I'm tired of chit-chat. Time to die. You can hear it, can't you? Да и болт с ним. Прототип Штурм использовал дешевый турбовинтовой двигатель, но управлять бойцом стало невозможно, он всегда атакует.
Слишком много энергии от реактора. Спереди абсолютно неуязвим. Но придурок умудрился оттяпать себе пальцы пропеллером. Есть проблемы с перегревом при длительном использовании. Вывод – полная неудача. Блин, у нас что-то есть общее. Ну, не то, что я пальцы себе тоже пропеллером оттяпал, но проблема с пальцами, она налицо. Это вот сейчас по этому узкому коридору надо будет носиться. И чё? Опа. Хрена не видно вообще, пипец. Настолько неприятно. Окей. Блин, игра зависла. Прикол.